просто дорогал. Дай ему хлебушек взять. Он же подгорский. Шоколад любит. Умный. Ухо порезанное, что не залазил. Иди сюда. Это делает помощник. А есть специально, чтобы... Иди. Будешь есть петь? Нет? Да, бака, да. Будешь? Нет? Ты хоть ешь? А, ты так думаешь, что-то у нас тут вкуснее? Ну что сами тем, кто тебе и дали. Может, винаги? Ну, на кусочек мяса дай ему. Будешь? Мяско. Или будешь? Или олени не едят мясо? Он же гладкий. А шоколада нет, извини. Нету шоколада, да. Что хочешь, скажи мне. А что ваш олень кушает? И шоколад. Извините, мы это ему все дали. Он не ест это. Ему картофель фри или шоколад подавай. А вон несут им, сейчас и дадут. Как зовут? Олеся. Как? Олеся. А как зовут Олеся? Олеся, а у вас есть шоколад? Ну дайте нам шоколад по выски, не по конфетам. Она вообще просто обалдела. Она нюх. Олеся, ты поступаешь очень... Ты фотографируешь ее? Она мясо Олеся, а мы тебе давали мясо, ты отказал. А у нас она от мяса отказалась. Леся! А, я понюхаю. Леся, просто для развлечения, для посетителей. Вообще. Она еще и кусает. Кусает? Леся, уходи. А дети как бы вот будут, она аж летом прячется. Слышала, слышали? А что такое? Леся, ты вообще крутая девчонка, слушай. Я задумала, ты скромная, а ты вот такая девчонка там, опа. Это вот ты так умеешь драться, да?